Да, действительно помогает. Ну значит, не буду мешать, оставляю вас с формой жизни. Так, почему часто тебе еще? Форма жизни? Во-первых, всех с наступающим Новым годом! Все готовы праздновать Новый год, нет? А мы не рады праздновать? Потому что у нас сменение состава. Прошу прощения, сыграем вам песню, которая называется
навсегда. Сейчас группа «Форма жизни» после выступления. Я в куплете, блядь, первый. Роман. Ой, первый. Вы отлично выступили, Роман. Ну что вы прячете лицо? Народ хочет видеть. Бог панки! Лажа, Денис, как вы все же поистине прокомментируете это? Да, была лажа. Ну, у нас получился... Я могу прокомментировать эту лажу. Сейчас тут отмазы ставят, подожди. Давай, давай. Я комментирую лажу, блядь. У меня вылетели палочки. Я не барабанщик. Может, мне петь надо пойти? А я, короче, играл мимо ладовку, вообще, потому что было темно. Вот все, короче, мы не виноваты. У меня тут то же самое. Вот. Ну, пох, панк, я сказал уже. Это не был панк-рок. Я круче всех сыграл вообще. Да. Она на правду встанет, да. Вот за стопанул. Слушайте ее, короче, да. Да, она лучше всех. Да. Короче, у нас не первый блин ком, а второй получился. Да? У нас второй блин ком получился, да. Ну ничего, у нас будет новый гитарист, и все будет так уютно. Да. Сегодня я вас, кстати, познакомлю с кандидатуркой. Да, это будет хорошо. Да.
Денис, пойдем знакомиться с ним.